Здравствуйте, ребята! Меня зовут Полина Павловна. Мы с вами на уроке родиноведения. Тема нашего сегодняшнего урока – организм человека. Сегодня на уроке мы узнаем, как устроен человек, для чего надо знать строение организма и как он работает. Приступим! Каждый из вас хочет быть сильным, бодрым, энергичным, чтобы глаза ваши были ясными, кожа чистой, походка бодрой. Но для этого нужно жить в гармонии со своим организмом. А значит, прежде всего нужно знать, как он устроен. Так что же такое организм? Организм – это система органов, взаимосвязанных между собой и образующих единое целое. Раньше люди не знали, почему они болеют, потому что не знали, как устроен организм, как работают органы. Поэтому много лет назад люди жили недолго. Со временем ученые-медики стали изучать строение тела человека и, опираясь на опыт, начали лечить людей. Строение тела человека изучает наука анатомия человека, а работу органов изучает физиология человека. Тело человека имеет внешнее и внутреннее строение. Внешнее строение человека – это голова, шея, туловище, руки, верхние конечности и ноги, нижние конечности. А каково же внутреннее строение организма? Внутри человек состоит из органов. Они так и называются – внутренние органы. Это легкие, сердце, печень, желудок, кишечник, головной мозг, спиной мозг, нервы и другое. Каждый орган имеет свою форму и строение. Все органы здорового человека действуют в организме согласованно. Органы, выполняющие общую работу, образуют системы органов. Вы видите вокруг себя природу, людей, предметы. Вы двигаетесь, пишете, читаете, вспоминаете, представляете что-нибудь, решаете задания. Кажется, что все это происходит как бы само собой, но это не так. Всеми вашими действиями управляет мозг, важнейший орган нашего организма. Головной мозг является главным командным пунктом организма. Мозг контролирует работу всех органов человека, как днем, так и ночью. Ведь ночью мы продолжаем дышать, продолжает работать наше сердце. Мозг находится в голове. Всеми органами организма управляет нервная система. В нее входит головной мозг, спинной мозг и нервы. От головного и спинного мозга ко всем органам проходят нервы, похожие на белые ниточки или шнуры. По ним в мозг поступают сигналы от различных органов. Давайте попробуем сделать глубокий вдох и выдох. Вы почувствуете, как ваша грудная клетка расширяется. Это работают легкие органы дыхания. Они похожи на две губки. Когда мы делаем вдох, они расширяются, а когда делаем выдох, они сжимаются. В дыхательную систему человека входит носовая полость, гортань, трахея, бронхи и легкие. А теперь послушаем наше сердечко. Для этого надо положить руку на левую часть груди. Сердце бывает размером с кулачок. Это непрерывный мотор, который гонит сосуды, кровь и заставляет ее бегать по всем органам. За сутки сердце перекачивает около 10 тысяч литров. Сердце и кровеносные сосуды образуют кровеносную систему. Кровь человека систематически обогащается при помощи питания. Нашему организму нужна по-особому переработанная пища, чтобы она впиталась в кровь.
Эту работу выполняют органы нашей внутренней кухни. Сначала, как мы знаем, пища поступает в рот, где она пережевывается. Чем лучше вы это сделаете, тем легче организму будет ее переваривать. Затем пища поступает в желудок. Он находится в верхней части живота под ребрами с левой стороны. Здесь пища переваривается с помощью желудочного сока. Но в желудке пища перерабатывается лишь наполовину. Затем пища поступает в кишечник. Он имеет длину почти 8 метров и расположен в извилистой форме лабиринта. В кишечнике пища продолжает перевариваться и помогает ей в этом печень. Она находится с правой стороны от желудка в верхней части живота. Печень выделяет особую жидкость под названием желчь, которая способствует пищеварению. Еще печень очищает кровь от токсинов. Человек не может жить без печени. Когда пища в кишечнике переваривается, питательные вещества через стенки кишечника попадают в кровь, а она разносит их по всему организму. Вот так питается наш организм. Итак, в пищеварительную систему входит ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, печень, кишечник. При работе органов образуются вещества, которые организму не нужны. Они удаляются через почки, которые вместе с мочеточниками и мочевым пузырем составляют выделительную систему организма. Каждому человеку нужно знать, как устроен и работает его организм. Наука о сохранении и укреплении здоровья называется гигиеной. Соблюдение личной гигиены – это одна из главных задач любого человека. Делать это нужно с самого раннего детства. Мы сегодня узнали о различных системах органов, и давайте проверим наши знания. Для этого пройдем небольшой тест с вопросами. Вопрос номер один. Какой из органов человеческого организма приводит в движение нашу кровь? А. Легкие. Б. Сердце. В. Желудок. Г. Печень. Конечно, это сердце. Второй вопрос. Какая система органов управляет деятельностью организма? А. Органы дыхания. Б. Пищеварительная система. В. Кровеносная система. Г. Нервная система. Это нервная система. Третий вопрос. Какой орган не относится к системе пищеварения? А. Пищевод. Б. Кишечник. В. Легкие. Г. Желудок. Верно, это легкие. Следующий вопрос. Какая наука занимается укреплением и сохранением здоровья человека? А. Гигиена. Б. Анатомия. В. Физиология. Г. Биология. Это наука гигиена. И последний вопрос, что не относится к внутренним органам. А. Печень. Б. Почки. В. Шея. Г. Кишечник. Конечно же, это шея. Вы молодцы, ребята. И давайте прослушаем домашнее задание. Заданий будет несколько. Вы можете выбрать то задание, которое вам понравится. Задание номер один. Нарисуйте внутренние органы человека и подпишите их название. Второе задание. Запишите все системы органов, изученных на уроке, из каких органов они состоят и какую работу выполняют. И третье задание. Что тебе хотелось бы узнать об организме человека и охране здоровья? Напиши свои вопросы.
На этом наш урок подошел к концу. До скорых встреч, друзья. До свидания.